Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. У меня есть новый поставщик, который не перестает меня удивлять. Опять я у него купил много лотов за копейки. Хороший чел, он мне нравится. Почему? Таких телефонов у меня нету. И мне нравится у него покупать. Отправка быстрая. Почешу все лоты, которые я у него покупаю, соответствуют описанию. Ну, вот такой вот огромный пакет я у него купил. Отправка идет. Так, вот это бонус с подарком. Это я не покупал. Ну, а чего? Если я беру постоянно у него много, человек должен пользоваться привилегиями бонуса. Это все во всех цивилизованном мире развито. Так, ну давайте посмотрим, что у нас первое бонусное. Потому что те телефоны Nokia, там такие модельки приколюхи я купил, ребят. Спасибо. Так, этот телефон такой у меня уже был. Я тоже с Германии его получал. В посылке, который чел покупал. Так, модель 6555. Так вот, не помню, она с microSD-шкой или нет. А, вот она, да. Потому что я думал, она тут стоит. Ну, не знаю, включится, не включится. Посмотрим, как вы думаете, включится, ребят. Не включается. Обидно. Не включающийся бонус. Жалко, жалко. Да, у него, смотрю, тут повреждено. Да, такие ненужные бонусы я не люблю, если честно. Называется «На тобі Боже, що мені не гоже». Обычно, если делаешь приятное, то надо делать приятное до конца. Я думаю так. Как вы думаете? Да, трупяк. Ладно. Дареному коню зубы не смотрят, но иногда проверяют. Ну, давайте смотреть. Вот этот телефон давно хотел подержать в руках. Модель 7230 Nokia. Слайдер это? А то поправьте меня. Каждый раз поправляйте, говорите, что я неправильно говорю. Ну, по-моему, это слайдер. Если раздвигается, то слайдер. Это ж не раскладушка. Так, я его покупал в черном цвете. Вот он. Здесь у него отломаны вот эти панели. А так, вроде на фотографии он был включен, работал. Ну, будем сейчас смотреть. И взял я еще Nokia 65. Тут, по-моему, не битый дисплей. Сюда вставляется симка. От T-Mobile. Эти телефоны я люблю. Так, сейчас будем находить батарейки и включать. Дальше. Что-то у красавчика все повывернуто наизнанку. Я никак не успокоюсь. Вот купил с крышкой, с аккумулятором. Ну, не знаю, рабочий или нет. А ну давайте посмотрим. На фотографии он был рабочий. Почему он сейчас не включается?
Ну, попробую его стартануть и зарядить от блока питания. Крышка, правда, тут чуть-чуть слегасика проломана. Я знаю, что правильно говорить, поломана. Это я так кажу. Кажу-мажу. Батарея вроде не вздутая. Почему-то вот на этих Nokia постоянно. Ладно, но есть хоть один контакт. Ладно, это Nokia 3210. Покупалась она как рабочая. Рабочая лошадка. Ну, будем смотреть дальше, ладно. Эти телефоны я очень люблю реставрировать, ремонтировать. Тут у них есть компас. Вот смотрите, с водным этом. У него есть датчик температуры у этой модельки. Nokia 54 или 54. А, сейчас посмотрю, не помню точно. Так, данная моделька у нас называется... Батарейка, даже видите, написано, батарейка сюда подходит NPL 5, модель 5140. Кнопка включения есть. По-моему, светодиодный фонарь. Это все родное. Это телефон. Разбирается. Вот так раз. Ну, видим, смотрите, заглушки на месте. В таком более-менее нормальном состоянии телефончик. Как он поведет себя дальше, я... Ой, это болячка, их то, что я вам рассказывал, что они рассыпаются из-за времени, вот эти резиновые корпуса. Ладно, проверим сейчас. Ой-ой-ой-ой. Где-то у меня, по-моему, клава была со старых, которые я получал. Там клавки были вроде нормальные. Давай, драгоценные. Ладно, положим так. Не будем ломать. Дальше. Вот такой вот слайдер. Это у нас Nokia 2220S. Полностью в рабочем состоянии была. Насколько я помню, сейчас проверим. По-моему, она не русифицированная. Давайте, наверное, сразу вставим карточку. Смотрите, он вытянул аккумулятор, не отключив телефон. Ребят, что хочу, то и делаю. Не надо меня учить. Знаете, как пословица есть? Не учите меня, говорит, лучше помогите материально. Так вот и я. Состояние хорошее. Без microSD-шки. Есть уже камера. Так, меню, тебю, профайл. Так, неправильно надо его. Ну, все работает отлично. Дальше. Темы. Так, ладно. Тему потом оставим. Давайте разберемся с настройкой. Не помню, есть у него язык или нет, русский дисплей.
Английский, французский, немецкий, турецкий. Все. Сидимаша подадут. Так, какие-то кто-то звонил непонятные. Так, дальше. Сейчас поглядим, есть ли у него лаудспикер. Динамики все работают, все отлично. Шикарный телефон, чик, чик, чик-чирик. Отлично, все работает. Дальше. Дальше было раньше, раньше было раньше, так. И тут пошли мои спортивные телефоны. Вот такой. Я эти телефончики очень люблю. Вот за этим я гонялся очень долго. Но опять же, видите, какая здесь резина уже. Вон клавиши вроде раз нажал и вывалилось. И эти я забрал у него все. Потому что этих моделей осталось единицы. Теперь осталось найти на них еще корпуса. И, как говорится в пословице, да будет ему счастье. Так вот и мне. В этом вроде головка верхняя нормальная. У этого вроде корпус, а по цвету они слегонца. Видите, кнопки, кнопки. Но эти вроде все рабочие. Хоп. Опа. Америка, Европа. Так, какой-то из них должен был быть с аккумулятором. Вот только какой? Скажите мне, пожалуйста. По-моему, вот этот вот. Да. Насколько мне не изменяет память. Попробуем его включить. Не хочет он включаться, потому что аккумулятор у него разряжен. Ну, теперь смотрите на состояние телефонов из Германии, господа присяжные заседатели. Модель называется 5210. И муха не сидела. Все в хроме. Сейчас постараюсь найти свой аккумулятор и включить вам. Так, ну нашел я аккумуляторы, но они у меня тоже слегонца разряжены. Так что если отключится в любой момент, каже, прошу считать меня добровольцем. Смотрите, какой интересный желтый цвет у этих телефонов Nokia. Так. Вот так, приветствие руки. И здравствуйте, аккумулятор просто не выдержал. Потому что разряжены. Подзарядил я батарейку, чтобы она работала. Ну и давайте теперь проверим, как работают наши телефоны. Интересное оранжевое свечение дисплея и кнопок. Приветственная надпись Nokia. Смотрите, красивый оранжевый цвет. Очень прикольно смотрится. Так. Ну, давайте теперь смотреть. Русского языка, как мы понимаем, нету, так как это европейские телефоны. Заходим в менюшечку. Давайте посмотрим. Select Inbox Empty. Нету сообщений. Так, звонки, профили. Так, Time Setting, Call Setting, Call. Да, и немецкий, итальянский, нидерландский, испанский, португальский, английский. Все. Нифига, нету языка. Поэтому.
Прикольные мелодии. Сделаем только звонок, потому что, честно, мне это поднапрягает. Вот так. Трансильвания. Такие интересные старые мелодии. Видите, что я вам говорил? Просто резина рассыпается. Ну, работает. И то хорошо. Так, давайте посмотрим. Я хотел поинтересоваться, какой возраст у этого телефона. У этого динозавра. Значит, серийный номер его. 11.02 произведен. И лайфтаймер 120 часов. 120 часов пользовались этим телефоном. Я думаю, это немного. Так, что еще вам показать? Ну и вот его состояние. Прикольный телефон. Конечно, с батарейкой я намучился. Не могу понять, я еле зарядил его. Почему? Бог его знает. Обычно ставишь 1, 2, 3, 4 на зарядку и все готово. Этим намучился. Ставил в Nokia 3310, зарядил там, а потом уже заряженным ставил сюда. В чем проблема, честно, даже я и не знаю. Вот этот вот телефон я тоже... Вчера чуть-чуть подзарядил, он включился. Тут у нас уже идет цветной дисплей. Сейчас осталось оживить вот этот телефон, батарейку к нему найти. Потому что родная батарейка почему-то не заряжается. Давайте проверим такой телефончик. Так, включается у нас, по-моему, так. Смотрите, большой экран. О, у него еще есть русский язык. Класс. Это класс. Так, клавиши работают. Давайте проверим лайфтаймер. Мне всегда нравится, когда телефоны приходят, смотреть, насколько они наговорены. Так, 10-го года телефон. Лайфтаймер 40 часов. 40. Если в сутках 24, даже двое суток не наговорено. Нормально? Вот мне некоторые не верят. Вот, телефоны практически новые. Я не знаю, конечно, почему они здесь так обкоцаны, но кто покупает, получаете абсолютно новый телефон. Это вообще бенч. Бомба. Так. И второй. Ну, этот тягали, потому что если у этого мусора вообще нету под дисплеем, то тут вижу мусор. Этот, наверное,
потягали побольше. Ну, проверим. Да, и этот, видите, без русского языка. Не понял. Не хочет включаться. Не понял юмора. Ха-ха-ха. Не понял юмора, почему он не хочет. Все, конечно, странно. Сейчас проверим. Может, надо сразу карту вставить. Это, конечно, цирк на дроте, если честно. Не работает, по-моему, центровая джойстиковая кнопка, насколько я понимаю. Бьет, начинает бить инверсия, по-моему, или мне так кажется. Ну, сейчас проверим. Что-то с ним не то. Клавиши не хотят работать, ничего не понял. Ну вот вам и лажа. Один телефон и все партии тупануты. Ну мы не будем отчаиваться, у меня есть плата с донора, по-моему, от него. Видите, я даже не могу ничего набрать на нем. Да, или, скорее всего, шлейф. Или не пойму что. Ну ладно, не будем расстраиваться. На войне не без убитых. И теперь вот такой телефон 6500S. Сейчас включим его. Все, включился, дисплей целый. Прикольный телефон. T-Mobile. Давай, exit уходим. Цифры крупные. Подсветка есть. Какое-то меню интересное такое. Т-мобайловское. Open My Media. Видео, image. Музыки вообще нету. О, темы. Может, темы сменим на стандартную нокиевскую. Сейчас стоит Black Deagle. Мне она нафиг не нравится. Сейчас сделаем нокиевскую. О. Вот это мне по душе. О, другое дело. Светлый экран. Ну давай, выходи, что думаешь.
Так. Сделан так интересно. Надо переделать профайл. Outdoor. Активация. Ну, как видим, все работает. Все, ребята, вот такая посылочка у меня сегодня была с аукциона. Классных телефонов получил много. Теперь время восстановления. Вот эти вот тяжело будет найти корпуса на эти телефоны. Эти чуть-чуть полегче. Эти у меня некоторые запчасти есть. Так что ждем новых видосов по восстановлению. Ставим пальчики вверх, репостим мое видео. Подписываемся, кто не подписался. И всех благ. Ждем новых видосов.